и служащих нашего завода продолжаем. Слово предоставляется вернувшейся с фронта товарищу Наташе Матвеевой. Дорогие товарищи, разрешите мне передать вам от бойцов и командиров Красной Армии, от боевых подруг наш большой и дружный фронтовой привет. Я очень рада, что снова вижу вас, мои дорогие друзья. Вот я вижу в зале много новых лиц. Вот вы, товарищ, и вы. Но я знаю, что все собравшиеся здесь заменили ушедших на фронт мужей и братьев, отцов и сыновей. И это не только у нас, товарищи. Во всех странах мира, где народ кует победу над гитлеризмом, женщины стоят в первых шеренгах, рядом с бойцами за освобождение человечества. Как и мы, женщины Англии отдают свои силы армии и флоту. На любом участке обороны своей страны вы встретите этих мужественных защитниц. Привет вам, женщины Англии! Английское министерство информации показывает фильм «Женщины воздушного флота». Производство «Гамон Бритиш». Режиссер Фрэнсис Серл, оператор Рой Фогуэлл, сценарист Гарольд Гуд. Этот фильм рассказывает о том, как женщины и девушки Англии помогают английским летчикам в их героической борьбе с фашизмом. Мы в штабе соединения бомбардировщиков. Идет подготовка к большому налету на один из важных объектов Германии. Распоряжение штаба направляется в оперативный отдел. Оно немедленно передается командным пунктам, с командных пунктов на аппараты групп, с аппаратов групп к командам бомбардировщиков. Мы на командном пункте номер 9. Здесь женщины работают в качестве секретарей, машинисток, телефонисток и радисток. В штабе изучают фотографии объекта, на который сегодня будет совершен налет английской авиации. Начальник штаба сообщает, что сегодня английские бомбардировщики совершат налет на базы подводных лодок около Бремена. Это очень важный военный объект, и врагу должен быть нанесен серьезный удар. Пока команды готовятся к отлету, женщины должны приготовить для них все, что может понадобиться для поддержания сил в этом трудном полете. Термосы с кофе, печенье, шоколад, сахар, сэндвичи и даже жевательную резинку. Эскадрилье предстоит длинный путь, надо обо всем позаботиться. Продовольствие готово и отправляется на аэродром. Последние инструкции. Многие женщины хорошие механики. Наступает время ужина. Столовая наполняется девушками, сменившимися с дежурства и идущими работать. Часть девушек уже находится на своих постах в специальных комнатах. Бомбардировщики уже в полете, для оставшихся на земле теперь наступило время отдыха и ожидания. Со всех концов страны собрались сюда эти женщины и девушки разных профессий и разных сословий, но здесь царит атмосфера дружбы и товарищества. Говорят очень мало, больше думают, чем говорят. Думают
о находящихся в полете. Начинают поступать сообщения с самолетов, находящихся в полете над Германией. Howdy. First one. На специальной распределительной доске отмечаются данные, получаемые по радио. Нет сообщения с одного бомбардировщика. Anything from Robert, yes? Oh. Hello, control. И вот, наконец... Летчики собираются с руководящим составом и рассказывают о результатах налета. Они очень голодны, но прежде всего нужно помнить о деле. А теперь за еду. Какую бы работу женщины ни делали, они помогают мужчинам выполнять их долг. И что может быть приятнее, чем кормить голодного человека? Мы, мужчины, считаем работу женщин очень важной для английской авиации. Они разделяют все трудности вместе с мужчинами. Женщины горды своей работой в воздушном флоте, и их работу Англия всегда будет вспоминать с благодарностью. Женщины воздушного флота, мы салютуем вам! Женщины Англии, привет от многих тысяч советских женщин, от женщин нашего фронта, санитарок, врачей, связисток, шоферов. Мы боремся на разных участках, но видим одно и то же. Кровопролитные бои за каждую пять нашей земли. Невиданное геройство наших бойцов и командиров. Нечеловеческие ужасы, творимые фашистскими людоедами. Сердце мое, сердце советской женщины обливается кровью от сознания того, что делают с нашими девушками, с нашими детьми гитлеровские бандиты. Однажды на моем участке был сбит немецкий самолет. Летчика тут же взяли в плен, и наш командир повел его в штаб. Thank you.
Ступайте осторожней. Треск сучьев нам ни к чему. Развяжите мне руки. Я хочу напиться воды. Вы слишком часто просите пить. После рома всегда хочется много пить. Надо было наполнить флягу водкой. От нее не такая жажда. Это мне удружил обер-лейтенант Фогель. Откуда вы родом? Из Гарца. Говорите тише. Из Гарца. Вам приходилось что-нибудь слышать о нем? Да, я читал. Путешествие на Гарц. Гений. Вы, конечно, читали эту книгу. Нет. Я не знаю такого писателя. По крайней мере, в каталогах наших библиотек его имя не значится. Прекрасная природа. Там осталась моя мать. Бедная. Сегодня день ее рождения, а я не успел ее поздравить. Что же вам помешало? Я хотел это сделать после. Я хотел порадовать ее геройским подвигом. Зачем вы меня ведете? Я все равно там ничего не расскажу. А вам зададут всего несколько вопросов. На них нетрудно ответить. На один, впрочем, трудно. Не знаю, что можно ответить на вопрос, почему, сбросив бомбы на село, стали расстреливать из пулемета жителей, бежавших в лес. Вы стреляли с бреющего полета и видели. Это были старики, женщины, дети. Мне так приказано. Я солдат и исполняю свой долг. И вам за это обещали еще один железный крест. Прошу меня не задавать таких вопросов. Это задевает честь офицерского мундира. Ступайте. Остановитесь. Что бы ни случилось, не пробуйте бежать. Если это наши, не стреляйте в меня. Я ручаюсь сохранить вам жизнь. Замолчите! Дед, дедушка, куда? В военную часть, до фельдшера. Там немцы.
Дозвольте, товарищ командир, мне с вами идти. Я тут все проторинки насквозь знаю. Дозвольте. Кого несешь? Внук. Вот. Поглядите-ка, чего с ним изуверы сделали. Дедушка, возвращайся в село. Твоему внуку врач не нужен. Ему теперь ничего не нужно. Чем он кричит? Ведь ему ничего не угрожает. Внук его умер, и вы его убийца. Они сами бежали под пулю, когда я обстрелил оружейное поле. Да. И вы скосили на нем обильный урожай. Вот теперь вы можете написать матери поздравления. Порадуйте ее своим геройским подвигом. Это он стрелял. Да, это он. Дайте ему оружие. Спокойно. Этот бандит нам еще нужен. Вы не имеете права меня убивать. Я не делаю никакой попытки к бегству. Вы обязаны доставить меня в штаб. Так вы там будете отвечать на вопросы? Да. Да. Ступайте. Они жадны до нашей нефти, до нашего хлеба.
И они получают у наших замечательных женщин достойное угощение. Расходует. Ради хоти веселее, дед. Вы не толпитесь, вы кучите, ребята, на войне стоите. Вот теперь и разбегайся. Попало. Нечего сказать, призовая стрельба. Угоди уже, и приз выдадим. Обеими руками не унесешь. Ребята, Анисим Петров идет с ружьем, а ружьище-то во какое огромное. Дедушка Анисим, покажи, как медведь по пасеке ходит. Покажи! Дедушка Анисим, покажи, покажи! Будите от окна, дети, сколько раз вам повторять? Ну, марш, марш от окна! Сказано вам. Ребятки-то хоть бы в леса до поры увезти. Почти всех отправил Анисим Петрович. Остались только те, которые постарше. Да и затем сейчас подводы придут вещи везти. Слыхала, партизанами уходите. Будем их из лесу долбать. Зевнет, в роток ему птичку пустим. Зажмурится, в глазок его и разбудим. Тут уж неколи, кровь на кровь пошла. Опять лечишь, параська? Ох, накостыляю вам обем. Ведь запретил. Эка баба не сговорится. Не серчай, Анисим Петрович. Куда ж нонче до доктора ехать? А ребеночек уж который ночь весь криком извелся. Ты глянь, Анисим Петрович, аж морщинки по ему пошли. Добро. Завари травку-то кипятком покруче. Яичко с медом положь и смазывай. Эту-то, грудку-то. Молитовкой. И все.
давай, давай. Расселись. Свистали уж с выгодами. То пора, что ли, генерал? Все командуешь? Генералы есть. Всякий генерал должен быть страшенный, чтобы от единого его виду замертво падал враг. О, генерал. Ничего, под виду не падет, мы ему рукой подможем. С матерью-то простись, нехрись. Бей их, сынок. Бей их в черную их страшную пасть. До последнего дыхания бей. Ну, прощай. А вот и встретимся по весне-то. Шапка-то сыми человек, когда мать тебя на смертный бой благословляет. А ты с нами не пойдешь, мамань? Мы бы тебя в нашу земляночку хозяйством верните. Куды мне, сынок? Тут мой дом. Я и молоткой тут плясала. И отец мой в одночасье помер. Я и тебе тут на лавке родила. И свадьбу твою тут отыграли. Куды мне отсюда? Да я уж сказывал ей. Не желает. Одна у меня землянка впереди. И я ее не страшуся. Ишь, ровно в кадушку кашлят. Небо чешет, подлец. И небеса-то все поцарапает. Ну, присядем на дорогу. Гринька бежит. Ну вот, мамань, Гринька с тобой и останется. Ой, там здоровый бой идет. Грузовики из лога прутся. Слышим, слышим, сынок. А ты бабушке-то помоги, ежели что. Ну, а теперь ступай домой и сиди на печке. Печку, брат, не прострелят. Весточки о себе посылайте. Сказано тебе, чего не идешь, а ну бегом. Тебе чего, старый, забыл что? Ты вот что, подстаканник-то спрячь, а либо землю зарой. Нынешние немцы народ аховый. Не ровен час. Ты чего нонче на обед говорила? Да петуха того, ленивого. А, ладно, вари, вари его. Ну, дайся мне проститься с тобой, Краська. Никогда тебя не убежал. Верно? А?
Верно, старый. Я ведь жалел тебя, Тарасик. Верно? Жалел, старый. Пожили. Хорошо. Ничего. Ты как лев дерися. Ну чего? Ну чего ты мне плечо-то мочишь? Чего и бабу из меня делаешь? Верен тебе в дом? Ну? Wenn es dir nicht gefällt. Ich nehm's schon.
они сейчас сюда придут. Детишечки-то наши. Будя, Будя. Молчи, молчи. Я уж все поняла. И что не сказано, поняла. Мать сыновню кровь загодя чует. Милостив Бог. Может, водицы выпьешь? Не могу. Вырвет меня Прасковьюшка. Ой, мне еще до Арины добежать надо. У нее свояченица с двумя детьми приехала. Как зовут? Анна? Пелагея? Да какой же я, батюшка, Пелагея? Я женщина. Прасковья меня крестили. Иди сюда, Прасковья.
имеешь веру в Бога, Каскови? А как же молодой человек? Он наш заступник. Молодежь-то нынче по-иному думает, а я уж стара. Да и тебе, молодой человек, советую про Бога вспомнить. Так. Сизефон. Русский Бог приказал для мужика накормить голодных и напоить жажду чего. Известно ли это тебе, Прасковье? Чего-чего, молодой человек? Кого напоить? Жажду чего. Да кому же это неизвестно? У нас еще родители наши слово Божье вкладали. По гроб жизни в себе его носим. Кушайте, коли голодный. У нас дом богатый. Всего в пору, не обидите. Чему так занят этот стол? Гостей ждала, молодой человек. А тут переполох начался. Может, вам стол нужен? План-то какие раскладывать? Так я мигом все приберу. Это не надо. Поешь сама это. Да я сыта, командир. Ты обо мне не тужи. У печи стоя с голоду не помрешь. Поешь эту. Ну что же, коли за компанию с вами, выпью чашечку чайку. Спасибо, спасибо, сынок. А мы неизвестно были, что вы такие вежливые. Yeah.
Отец, нормально. Тебе водицы? Я принесу. Бабу, зачем ты с ними ела? Беги, скажи им, у бабки, мол, на привязке сидят. Пусть поспешают. Может, есть что важное при них. Беги. Бабушка. Ну, беги. Я сама с 12 годков всю работу на себя поклала. И тебе пора, Гринька. Беги. Тоже не поете, удалые молодцы. Али покушали волю русского хлеба, гости незваные. Подлец! Подлец! Тише там! Не шумите! Тут у меня львица лежит, которая дом свой защищала до конца. Ну, держись, ерманец. Уже расквитаемся.
наших матерей и сестер, за наших отцов и братьев, за смерть, принесенную тобой в нашу страну, Красная Армия отплатит старицей. Отплатим, товарищи! Русский народ никогда не оставался в долгу у врага. Воевать мы мастера, и сегодня, как вчера, по-геройски бьются русские бойцы, и сегодня, как вчера, под могучее ура сыновья идут на битву, как отцы. Эй, герой, разве не с кого брать нам доблести пример? Вспомним разный подвиг Невского, боевой его манер. Право отвагой молодецкою он на озере Чудском, и остались псы немецкие под холодным русским льдом. Воевать с мастером, и сегодня, как вчера, по-геройски бьются русские бойцы. Распеваются нами песни про Петра. Каждом сердце отзывается та великая пора. Все пути, что были пройдены, помнит храбрый наш народ. Боевая слава Родины нас на подвиги зовет. Борова, там кого-то и бойца. А вы русской не забыли мы и суворовских побед. Сердце свято сохранили мы, боевой его совет. Воевать мы мастера, и сегодня, как вчера, по-герой смеются русские бойцы. Наше воинство красно-солнце храбрецо. И звезда красноармейская прежней славою горит. Разгромив орду злодейскую, враг, как прежде, будет бить. Воевать мы мастера, и сегодня, как вчера, по-геройски бьются русские